И нормальные, бля, мигалки еще добавить хотя бы на машины полицейские. Четыре паспорта только. А, я сейчас на спаун поеду, бля. Бичей. Документы убивать. По уставу можно. Там это. На вокзал заехать и документы спрашивать. Главное, чтобы этот чел был не в АФК без эскейпа, тогда его нельзя арестовать. Сейчас будем опрашивать всех. Ебать, на вокзале никого нет. Что за хуйня? Какого хуя? Кого опрашивать на документы? А, все, я знаю, где буду. Бля, у меня память закончилась. Топчик. Ебать, гондон уехал. Чё, куда? Блять, как корзину открыть? Легко. Так. Все четко. Чего, блядь? Что за такое новое мероприятие, блядь? Прикинь, так еще ментам придется закладывать.
Пизда, чё он молчит? Мда. Бля, сейчас пока не надо. У меня трафик стоп тут выебывается. Сейчас, подожди, ёпт. Меня вот этот чел ебет хуйней какой-то. Прям вот выебывается. Сейчас. Давай.